Был Озон, да, на котором продавались, я даже не помню, книги они продавали уже или нет, по-моему, там продавались только какие-то электронные диски там или еще что-то, я не помню, была ли у них вообще доставка. И не рассчитывала, что это будет какой-то там многомиллиардный бизнес, это должна была быть просто история заработка для молодой мамы, будет там 1000, 2000, 3000 там долларов, ну и нормально.